друга предупредил в другой формат, в NTFS, нельзя его переформатировать. Типа такие условия. А когда начинаешь проверять программы, проверки отформатировать NTFS. Ну короче, один диск вообще не надо. На втором максимально можно загрузить. В свое время 64 гигабайта пока по серии материал не запишешь и поймешь, что это реально было. Очень фейк пойдем это доказать. Сразу 2 терабайта забить и проверить, пока 24 гигабайта тоже это было очень сложно. Программы не проверить, потому что программа она в другой руке. Это же не железо. Когда девайс можно как-то это какой-то формат поддерживает, это нет. Какая разница, в каком формате поддерживает? Вот он не дает. Начинается вот это.
200. Короче, как-то так, чтобы...